Мы находимся в Цетинском монастыре в Черногории. В нашем монастыре хранится великая православная святыня, десница Иоанна Крестителя, которая крестила Господа нашего Иисуса Христа. Я монах Петр. Я принял сан 8 лет назад. Когда я посмотрел фильм про детей из Новосибирска, то был потрясен до глубины души. Я бы все свои 150 картин отдал, чтобы помочь больным деткам своими картинами чуть-чуть. Потому что они могут умереть, а картины я еще нарисую. Я был потрясен их любовью друг к другу. Я спросил себя, как я, монах, могу помочь им? И решил сделать для этих детей маленькие деревянные крестики, освященные в нашей святыне, как средство спасения, как оружие, побеждающее смерть, приходящее и временное. А в ответ дети сделали и прислали мне ангела. Необходимо помочь, чем можем, и необходимо спешить. Ваши ангелы вас чекают.